ДТП в Карабудахтенском районе унесло жизни трех человек, двое из них дети. Пьяный водитель легковушки допустил наезд на людей, стоявших на обочине дороги. В Буйнакске около двух недель люди страдают от проблем с подачей воды. Причина – выход из строя глубинного насоса. Ведутся восстановительные работы. Депутаты и общественники проверили соблюдение санитарных норм и качество еды в школах. Выявлены недочеты, которые требуют внимательного анализа и устранения. Шедевры из камней. Художник-самоучка из Дагестана создает уникальные картины, выражая через них актуальные темы. Накануне в Карабудахтенском районе произошла трагедия. Под колеса автомобиля попала женщина с двумя детьми. По данным пресс-службы МВД региона, событие произошло на третьем километре автодороги Карабудахкент-Нижний Джингутай. 56-летний местный житель потерял управление и совершил наезд на 30-летнюю женщину и двоих детей в возрасте 6 и 8 лет. Они стояли на обочине. В результате ДТП пострадавшие от полученных повреждений скончались в больнице. По данным прокуратуры республики, водитель находился в состоянии опьянения. Прокуратура республики организовала проверку в связи со смертельным ДТП в Карабудахкенском районе. По предварительным данным, 1 октября 2024 года на участке автодороги Карабудахкент-Джингутай житель района, находясь в состоянии опьянения, управляя легковым автомобилем, допустил столкновение с автомобилем «Газель», вследствие чего, съехав с дороги, совершил наезд на пешеходов, которые стояли на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия скончались мать и двое ее малолетних детей 2016 и 2018 годов рождения. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратурой также поставлен на контроль ход расследования возбужденного по данному факту уголовного дела. Депутатский корпус, журналисты и общественная палата Махачкалы посетили лицей номер 51. Проверяли они санитарные нормы и качество еды, которой питаются школьники. Присутствующими были зафиксированы недочеты в транспортировке, которые могут повлиять на качество и безопасность питания. И, как отмечают в администрации города, выявленные нарушения требуют внимательного анализа и устранения. Подобные рейды планируют провести и в других учебных заведениях. В таком качестве, которое понравилось всем, кто попробовал, были все годы ваши были поставки. Понимаете? Я надеюсь, что этот проект, вот этот аутсорсинг, он будет долго жить. Долго жить так, до тех пор, пока вы будете поставлять такую продукцию, которой будет довольны в первую очередь родители. По данным Центра управления регионами, за сентябрь текущего года зафиксировано 165 обращений местных жителей. Причина – перебои с водоснабжением. Первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонс заявил, что до конца этого года будет отремонтировано 12 насосов и восстановлено водоснабжение. О том, что работы начались, жители не были осведомлены. Центр управления регионами зафиксировал обращения граждан по данной проблеме, а также подготовил для властей города рекомендации по повышению качества обратной связи с населением. Перебои с водоснабжением города Буйнакске начались 13 сентября. С этого момента ЦУР фиксировал обращение по данной тематике. В связи с длительностью перебоев данный вопрос был вынесен на оперштаб под руководством главы республики и определен как первоочередной. Новое руководство города уже вышло на контакт с ЦУР и определило своим приоритетом повышение качества обратной связи с населением. Из камней, ракушек и веток возникают сцены семейного быта, молящегося человека, детей и животных. Уникальность картин Салахбека Салахбекова в том, что они неповторимы. Для каждого природного материала художник-самоучка находит идеальное место, при этом сохраняя его натуральную форму. Вдохновение для новых работ он получает на берегу моря. Одинаковых камней в мире не существует. Каждый камень, вот представьте, вот Всевышний сотворил все на этом свете. Море, небо, песок. И вот этот камень, который имеет сегодня вот эту свою форму, цвет, окрас, представьте, сколько раз его должен был
волна должна была унести и обратно, чтобы его сточить, создать вот эти на нем изъяны, об песок, он трется об камни, чтобы он обрел этот свой цвет, свои формы. И Всевышний мне дал такую возможность увидеть это в камне. Преображать камни в настоящие шедевры Салахбек начал только 2 года назад. Несмотря на опыт в различных сферах, от строительства и монтажа систем отопления до установки кухонной мебели, мужчина нашел свое истинное призвание в изобразительном искусстве. Как-то сидел, обратил внимание на камни, и вот эти первые два камня были вот эти вот, которые мне попались на глаза. Я их на берегу как-то выложил, и в двух камнях я увидел столько смысла, всего в двух камнях, что человек как бы сидит. Я взял, так поставил, посмотрел, и меня так удивила вот эта форма человека тоже. И вот с этого у меня как бы все началось. И после этого я сделал вот эту работу, связанную с религией. Вот эти 4 работы поклонения Всевышнему. Вот с этих 4 работ у меня все и началось. Религия, семья, взаимоотношения людей. Как и всякий художник, Салахбек пропускает через себя все происходящее в мире. В его работах отражаются темы, которые волнуют каждого. Скорее всего, меня, наверное, волнует то, что вот в скоротечном изменении сегодняшнего мира, когда вот эта молодежь забывает о уважении к старшим, когда, вот это все меняется, то, что сейчас в основном детей воспитывают гаджеты, родители в основном не общаются с детьми. Хотелось бы вот это донести до людей через свои работы, что нужно как бы более уделять друг другу внимание, более быть теплее, общительнее с детьми, узнавать внутренний мир ребенка. Салахбек уже участвовал в коллективной выставке проекта «Самородки», а сейчас он готовится к своей первой персональной. Ее художник планирует провести до конца года. Кроме того, у него уже есть предложение организовать показ этой серии в Объединенных Арабских Эмиратах и во Франции. Курбан Рагимов, Шамиль Хирасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. На протяжении всего месяца Рабиуль-Ауэль в Москве в культурно-просветительском центре «Единство» проходят мероприятия под названием «Вечер нравственности». Они проводятся для мусульман, проживающих в столице страны. В программу мероприятий входят просветительские беседы, исламские викторины и исполнение нашидов. На этих встречах богословы, представители муфтията Дагестана делятся ценными наставлениями и советами. Главная цель – укрепление единства среди верующих и сохранение духовно-нравственных ценностей. Основа и суть религии ислама – это нравственность. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как и мы с вами, человек, который и кушал, питался, женился, занимался торговыми делами и так далее. Для чего? Чтобы мы, люди, последователи, последовали за ним во всем и улучшали свои нравы. Интерес к этим встречам с каждым днем только растет. Они способствуют формированию чувства общности среди дагестанцев, живущих в Москве, отмечает организатор мероприятий, представитель муфтията Республики Дагестан в Центральном федеральном округе и руководитель культурно-просветительского центра «Единство» Мухаммад Дибир Дадаев.